Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Ну, с чем пришел? Прощай. Ребята говорили, что на есть в одной деревне зараз, который за еду покувыркаться можно. Да не какая-нибудь старая бабища, у которой зубов нет. Молоденькая, гибкая, коса по самую задницу. Тео! Пора бы шкуру спустить. Барон как накатит, так злой делается. А пьет барон без передыху. Слышал? Убирайся отсюда, мутант грёбаный! Что тебе такого сделали, ведьмаки? Что сделали, что сделали? Пришел один такой, два дня жрал у нас, размышлял, значит, а потом и говорит, что милостиво согласится чудовище убить. Спрашиваю его, во сколько это нам обойдется? А он, что, дескать, не хочет денег, потому как видит, что беда кругом. Чего же он хотел, если не денег? Сказал, что в награду достаточно ему того, что у меня есть, но о чем я сам еще не знаю. И ушел. Только он за порог, моя девка врев. Спрашиваю, чего плачет, она говорит, мол, не сдержусь, прибью сукина сына. Так, и что? Скулит глупое, что бедного ведьмака чудовище уконтропупит. И из-за него, спрашиваю, такой рев? Ну, тут она мне и сказала, что он ее дурным глазом зачаровал и соблазнил. И вот она, значит, его награда — ведьмачий ублюдок. Говори, где он, я этим займусь. Так на кладбище чудище убивает. А чтоб ему трупоед кишки выпустил, ёбарю поганому. Сам-то я не видел, но а говорят, схватил за плащ и брыло его. Брыло, сука, ты понимаешь? Дубины стеросовые. Ты! Это ведь ты, тот самый белоголовый. Приветствую. Бывай. Барон то, барон это. А я как захочу какую девку трахнуть, так и трахну. Теперь я ложу на всякие запреты.
ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотка? Я пошла за хворостом в лес. У! Ты что, не слышала, что он говорил? Какой-то лик он чаще рыщет. Зачем мне хватит обид? Запомните, он большую цену заплатил. Левого уха-то нету. Оставь, не стану я ничего слушать. Нелегко сейчас. Ой, нелегко. Спасибо, спасибо. Очень ты вовремя. Еще бы миг, и гуль меня бы по косточкам растащил. Собственно, я подумал, может, не вмешиваться, а понаблюдать за неизвестным боевым искусством. К какой ведьмачьей школе ты принадлежишь? К школе улитки? Тогда откуда у тебя медальон с головой волка? Ты настоящий ведьмак. Да, и настоящие ведьмаки несут в штаны при виде несчастного гуля. Отвечай, откуда у тебя медальон? Купил у бродячего торговца. Ой, нет, крестьяне идут. Не выдавай меня, умоляю. Чудовище убито! О, а это что такое? Двое ведьмаков. Мы с одним договаривались. Злобное было чудище, вот и потребовалось на него два ведьмака. Дело ваше. Этот денег не хотел, значит, не будет между вами спора, как награду делить. Ну да, так у ведьмаков и принято. Но у ведьмаков есть еще один древний обычай. Это какой же? Что если ведьмак в какой-нибудь деревне товарища на помощь призовет, то не может он уже туда вернуться. Оно и не диво. Стыдно ему. Пойдем, мулик. Скажем нашим, что гуль убитый. Будьте здоровы. Спасибо. Прочь с глаз моих. Ведьмак, жалься, не забирай детей. А? Да куда ж ты? Ну,
медальон дрожит. Это место силы.
баронских людей можно немного харчей получить. Получить? А в те шахты он набрал баб из кузницы. Я слыхал, там гад какой-то завелся. Так что я не полезу в эти дыры. Хоть бы мне и приплачивали. Микель не дурак. Может, выгоду какую разнюхал? Гад тамошний монетами не питается. Идете со мной, корешки собирай. Сама не знаю. Мурашки от одной мысли. Так это и есть тот ведьмак, старшила. Может, их похитить? Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Заброшенная избушка. Может, мне старика кучу? Вот они обе-то страдают. Это верно. В обронницах они как в масле сыр катались. Говно! А не барон, приходится сюда, разбойник, а с ним весь этот сброд. Хлопоты, смотри, что говоришь. Они сами тебя найдут. А что мне сделают? Говорю вам, черный его в скорость прогонят. Или закончат, как прежний, который... Ты вернулся. Я хочу спросить. Ну да, я играю в гвинт. И да, мы можем сыграть на лучшую карту моей коллекции. Ты читаешь мысли? Добрые боги наградили меня даром предвидения. Жаль, что работает он все больше в мелких делах. Птичка на меня не нагадит. Но в гвинт играть ясновидение мне не помогает. Разложим карты.
Добрые боги послали мне победу. Что ж, загляни еще как-нибудь на партийку. Нас-то четверо, а вас трое. Так не годится. Нам больше причитается. Это ведь мы выведали, что у старика заначка за нужником. Зато мы его задушили. Вы побоялись. Много наворовали? Ты что, чудище какое здесь увидел? Нет? Так иди отсюда. Нам ведьмака не надо. Я тут вижу даже нескольких чудовищ. Где? Дремел, ну ты, честное слово, тупее, чем кусок солонины. Он же про нас. Мы-то обычные люди, а вот ты — мутант, приблуда паршивая. А ну-ка, ребята, вали его! Но.
Лотва не так быстро. Это ты зря. Давай, плотва. Гнездо гулей, надо его уничтожить.
На том, чтоб чудовищ убивать, можно заработать. Я видел тебя в Вызиме. Не будь безрассудным. Драйв Айп Маккей. Пам-парам. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое было. Я вот не забуду, что ты там. Император поведет нас прямо на Новиград. Ha ha!
Хлопот ищешь? Они сами тебя найдут. Mm-hmm.